Карта Best of 3. Противостояние, ребята, смотрим за первым пистолетным раундом. Моуспортс, как было уже сказано, на защите. Атака от Бейджи. Неужели это быстрый выход от Тапсона вместе с Кивом и Нексом через яму? Так, что у нас делает Муза? Они укрепляют мидл и, в принципе, наверное, владеют сейчас информацией. Особенно в разрезе того, что Робс играет за фаербоксом, отдает эту позицию полностью, отпускает плент. И сейчас мы увидим ретейк 5 в 5. Это очень интересно. Есть у Стика смог. Может быть, даже и до ретейка дело не дойдет. Сани, ну как же это было легко? Как же, что же делать? Почему попу не поставили? 5 хедшотов. Просто увозите. От игроков команды Moonsports в одну сторону. Прилетайте сейчас в команде BIG, не прочекали коннектор, потом уже выходы просто от большинства команды, которые играют в защите, не смогли пережить BIG, и слишком все просто было действительно для Moonsports на старте этого миража. Но это их карта, это их родной дом, скажем так, они пригласили команду BIG, но здесь они готовы их напоить ядом. И BIG здесь уже просто, вот понятно, что дефолтные пистолеты, два смока, это прицел на то, чтобы хотя бы попытаться поставить бомбу. Хотя нужно было бомбу ставить в пистолетном раунде. По 250-ю от Тапсона. Дым-дым от Леги и Гоба Би. Дым-дым — это в смысле два дыма. Ну и вроде как мы видим, что контролирует карту Moonsports. Сани тут довольно вальяжно себя чувствует в центре карты. Играет тут коннектором. Оскар ему саппортит со скаута с окна. Ну и вот он. Так, для Сани он заметил первого, снял его и дальше пошел играть агрессивно. И возможно, будут проблемы. Вот на ровном месте Moonsports здесь себе наносят вот такой вот сами себе, знаешь, мешают и наносят экономический дэмэдж. Ну да, эти перестрелки абсолютно не нужны. Не нужно, опять же таки, исходя из того, что это только пистолеты, дефолтные без арборов, но при этом еще два минуса залетают все-таки для Криса здесь в концовке этого раунда. Тапсон двумя тоже запомнился, и пока что это единственный игрок команды BIG, который убивал своих соперников на карте Мираж. Третий раунд. Ну, это будет полное эко с прицелом уже на следующий, четвертый. Для команды BIG здесь довольно-таки много денег будет. Они, возможно, даже сразу же будут покупать себе снайперскую винтовку. Здесь еще нужно будет смотреть за Легией, как он отыграет эту карту, потому что на варпасе, к сожалению, его не было. Да, очень важно было бы включиться этому игроку. Быстрый пуш через ковры. Роб справляется с двумя и отпускает точку. Тут же приходит на хелпу Оскар. Снимает он Тапсона и Легию. Собственно, вернее, Сани снимает Легию, Сани забирает последнего. Это был такой фаст эко пуш раунд от команды BIG. Теперь будет закуп. Ну и попытка. Попытка вступить в борьбу на этом мираже и, конечно же, взять первый раунд в атаке. Киев, судя по всему, готов летать на мидл. Но тут не самый лучший рез. Понятно, что тут получше был у Легии, для того, чтобы зарабатывать первые минусы на центральной позиции. Но Легия отправляется по точку Б. Легия тут даже не идет помогать Киеву. Тут будет выход просто в соло на ящики. Тут мог забрать сейчас Оскара Киев, но все-таки пока что его прощает. Прострел на минус 70 хп. Но еще стоит отметить работу от Крис Джей. Довольно-таки активно он разбрасывается гранатами через Зиг. При этом Некс выходит через ковры, но Роб все-таки его контрит. Здесь это первый минус в данном раунде. 5 на 4 команда Moonsports хорошие новости уже получила в свой стан. Ну, Тапсон тут не выходит из андерпаса. BIG находится все еще в верхнем медле. Легия стоит на бэпленте, вообще под бэплентом, вернее, на старте андерграунда. Ну, пока без агрессии от Moonsports, они получили преимущество, никто никуда не спешит, нигде не лезет. А вот, нет, показалось, Робс поджал ковры. Ну, тут не факт, что пойдет дальше. Возможно, просто будет отсиживаться и дожидаться информации у своих тиммейтов. Если где-то будет сделан минус против команды Moonsports, то Робс может пойти уже для сбора информации, конечно же. Дальнейший Сани в окне, тут прострелы, возможно, от Легии. Тот разбивает вентили. Это будет выход через Зик, и Киев будет вычислять точку Б. А там три бойца команды Moonsports. Оу, летают все-таки Стиеко. Также стоит отметить, там битый Оскар. И одно попадание, даже прострел от Киева, и сразу же не желез будет штясный. Но это Сани еще и в коннекторе, который принимает Тапсона. И кто кого? Здесь Тапсон прочитает или нет этот угол? Очень много времени тратят BIG сейчас на продвижение, но что-то у них все очень слабо это смотрится. Под флешечку выход, Сани справляется с одним, Легия на размене. Тут уже из джангла приходит Гоби, ну неплохо, распечатали аплентрик, здесь ситуация. И Киев делает минус по Оскару, Робс
забирает Кива в ответ. 2 в 2 уже ситуация. Гобби подключается к Крис Джей. Также минус по Леге. Есть информация по Крис Джей. И Гобби очень опытный боец. Знает, как здесь играть. Но играет, по-моему, неправильно. Ну, возможно, стоило уйти просто в коннектор. Крис Джей будет дефузить эту бомбу. Гобби проигрывает этот раунд. Уже! А почему он не пошел в коннектор? Ну, бомба-то стояла выгодная, и при этом еще битый Крис Джей. У тебя там будет позиция 100% хорошая. Так даже можно, в принципе, там с окна спрыгнуть не вниз, а на конструкцию запрыгнуть и просто вот перейти на другую точку. То есть уже выходить не слева, а справа для соперника. Удивить его, например. Ну, или там в динамике как-то попытаться не дать сопернику раздефузить эту бомбу. Не, ну странное решение. То есть он просто не поверил в то, что Крис Джей на морозе будет дефузить бомбу. То есть вот так вот, я так понимаю. 4-0. Тут Гобби сам себе перехитрил, если честно. Ну, не та позиция просто была, чтобы обходить вообще. Ну, думал, что Крис Джей тоже будет его пытаться перехитрить, но это был просто прямолинейный диффуз. И тут уже, кстати, размен в метро. Легия отвечает на минус от Санни. 4 в 4, но такой размен всегда выгоден для одной стороны, а именно для атаки. Но как дальше? Ну, надо разыграть. То есть, как бы, да, ситуация 4 в 4, и есть свободные зоны, которыми можно воспользоваться. Легия проиграл перестрелку против Крис Джея в мидле. Очень важный минус от капитана команды MoSports. Ну и Роб здесь увидел, что вышли оппоненты на Тетрис, откинул молотов, откидывает флешку, выигрывает время, сохраняет позицию. Киев проходит в коннектор, не проходит. Здесь Оскар. Оскар контролирует ситуацию 4 в 2. Сейчас расположение такое у MoSports. Гобби с Нексом пытаются пройти на планету Тайбом. Робс через тикетбокс. Легчайшие 2 минуса против Некса Гобби. Все-таки против всех сторон здесь не смогли сработать, и слишком много нужно было чекать. Робс. Простой парень из Эстонии, который через FPL попал в профессиональную команду. Кстати, недавно была новость о том, что парень из Украины, 18-летний, выиграл FPL. Да, $4,500 забрал. Mm-hmm. Так что таланты есть не только в Эстонии. Возможно, вскоре мы увидим этого парня еще и в какой-то команде из СНГ. Тапсон, выход через смок на старт. Занимается центральная позиция. При этом Оскар выгоняет с окна. Тут уже он вместе с Саней будет снимать урок. Господи, слишком много соперников было у Тапсона на экране. Слишком... Оскар! Дальше работа. Ну, остается только один Гобби, капитан. Идет тоже последним здесь. Коту, скорее всего. Спорт уже разыгрались, по-моему. Они уже прям тут носятся, уже чувствуют игру. Ну, благо, тут позволяет им команда BG так играть, собственно. И пока немцы из BG ничего не могут предложить своим оппонентам. Ну, такого достойного, чтобы прям дать отпор и как-то зацепиться за игру. Тут же уже, чем больше набирает раундов команда MoSports, тем сложнее возвращаться. То есть BG надо уже вот при счете 6-0 сейчас брать там 2 раунда. Так, чтобы более-менее выйти на приемлемый счет. А 6-0, то есть тут пока нет даже просвета. Киев попытается счастье. Свое, конечно же, реализовать СВП на точке Б. Тут раскидка хорошая от Стико. Не пропускает он снайпера вражеской команды. Стико будет занимать позицию под смок. Ну и Киев может... Ой, не выстрелил все-таки. Стико будет проходить дальше. Но рано или поздно команда BIG может вернуться на эту позицию, попытаться ее выбить. И Стико здесь будет без поддержки. Да, он будет без поддержки. Его обязаны под такой глубокий смок игроки команды BIG прочекать. То есть тут это даже не обсуждается. Обязаны они просто проверять вот после того, как этот глубокий дым развеется. Так, ну, затишье у нас перед бурей, судя по всему. Next люркает под аплентом. Он стоит там в яме. Тапсон у нас в андерпассе. И 2 игрока в мидле у BIG. А здесь мы видим в очередной раз, что команда MoSports чувствует себя очень вальяжно на центре карты Демираж. Да, комфортно. И самое главное, что никто тут супер агрессивно не пушит. Оскар против Тапсона, тот его должен наказать. Так и получается 5 на 4, но при этом Крис Джей одного с собой забирает. Тут Саня не читается на миде, только один минус от него, но его может быть достаточно. Ситуация 2 в 2. Тапсон был на размене, и здесь уже Робс будет занимать позицию где-то в коврах, может быть. А может быть, его не отпускает уже противник. Тут выход будет по флешку. Некс огромный проблем, он красный. И Робсу уже нужно просто выживать здесь. Ждать перетяжки от Стика, тот уже в джангле. Да и Робс сам уже справляется с Нексом. Последний Тапсон, нужно тащить раунды своей команды, но времени позарез просто не хватает. И Робс еще забирает последнего противника. Это работа опорника на точке карты Демираж. MoSports 7-0, пока что с нулем на табло команда BIG. И в этом раунде устанавливается тактическая пауза. Что интересно, Стика, который поджимал Б-дом, он там тоже минус сделал. То есть я только мы не видели как, но он сделал там минус. То ли он поджал дальше, то ли вышел на него оппонент. Расстроен Тапсон, видно. Прям вот такая хмурость. Переживает.
Все-таки матч за выход из группы. Хотелось бы поиграть в плей-офф этого чемпионата. Ну, я думаю, что сейчас активно также данный матч смотрят ребята из команды «Гамбит», так как победитель будет завтра против них уже выступать на арене. Ну да. Тут есть информация определенная. Тоже да. Интересно, какой пик будет, например, вот если те же Mousesports выходят в полуфинал этот. Будут ли они выводить все это дело на карту Инферно? В самом деле, это, наверное, не козырь команды Mousesports. Не козырь. Да. Козырь команды Mousesports против Гамбит, наверное, может быть как раз-таки Мираж. Да. И может быть Кобл. Тут интересно, сами вот Гамбит захотят или нет играть Мираж против своих соперников. Хотя, учитывая то, как они отыгрывали эту карту в последнее время, могут и выйти на нее. Гобби, выход все-таки через смог, попытка удивить соперника. Тут за позицией отвечает Ропс. Нашка прилетел прямо в лицо, но пушит все-таки сигарету. Тапсон его не отпускает. Первый минус для команды BIG наконец-то получен. Так, ну и выходит BIG на точку А. Бомба устанавливается. Здесь делается пуст. А в это время врывается Санни, убивает бомбера. Как же так? И Санни еще и живет. При этом еще и скидывает флешку. Еще и дальше лезет. Санни, Крис Джей делает по минусу. Леги отвечает двумя. Ну, здесь будет сложно выживать. Гобби последний. 22 хп. Капитан команды вновь в клатче. Ну и, по-моему, скоро была информация, Крис Джей тоже делал минус, но он не показывает себя на джангле. Тут еще и мод, а вот Оскара бомба будет на руках у Фатиха. И здесь можно продавить, на самом-то деле, тикетбокс. Но если Оскар покажется, но он сидит, нет, все-таки хэдшот может залететь. Нет, выход от Крис Джея в спину, и это раунд для команды Mousesports очередной. Но видишь, вот было преимущество, были абсолютно все шансы, чтобы поставить бомбы, как минимум. И уже не первый раз мы с тобой отмечаем то, что команда BIG занимает точку, но почему-то не удается поставить этот пакет. Ну да, разные почему, разные причины неустановки бомбы, но факт остается фактом. 8-0. Сейчас легкий форс такой, закуп с прицелом, конечно же, на следующий раунд, в котором будет полноценный бай. Саня второй раз уже не запрыгивает на конструкцию. Тут пуш мидла, судя по всему, очень быстро действует BIG. Это сплит-пуш, судя по всему, выход на Б. Кстати, там один Стико. Ну, идет перетяжка полным ходом, Саня будет тоже позиции. Стико спрей! Наконец-то забирает тут вместе, конечно, с Саней. И Крис Джейм. Одного оппонента. Робс. Минус по Тапсону. Некст только сейчас отвечает Стико. В этом смоке пытается таким вот там просто бомба устанавливается. Но Стико не стал вообще искать никого с этим смоком тут работать. Крис Джей врывается против Леги Кива. Это круто. Но дело в том, что остается последний Некст. И все-таки Стико здесь не выживает. И это... Ну, небольшая, но программа минимум командой BIG была выполнена. Он же слышал, что прям вроде как у него под носом ставят, но он решил просто, видимо, не стрелять, чтобы не раскрывать свою позицию. Но с ножом можно было попробовать, это было бы забавно. И так ситуация, в принципе, позволяла там внести еще хаоса дополнительного в ряды команды BIG. Но это был выход все-таки через Зиг. Может быть, с девайсами попытаться вот так вот быстро сыграть под смоки на старт, на Зиг потом? Ну, может быть, да, это... Было бы, ну, если уж ничего не получается у вас. Да. Тем более была пауза, что-то же обсуждали, какие-то должны быть решения. Саня наконец-то запрыгнул на конструкцию и сделал фраг по Киеву. А, вот такая вот история. Некст под ямой, тут уже поджим от Оскара и Робса. Там на самом деле смертельная ловушка для Некса. Там просто жесткая комбинация. Оскар смотрит в упор с АВП. А вот Саня сейчас может лететь в мидле. Да, Крис Джей отходил на секунду буквально на Зиге. И тут тоже отлетает от Тапсона. Робс поджимает тем временем яму. И это правильные тайминги для команды Mousesports. Все еще паритет уже в усилии. Стико, врыв под смоук этот. И все-таки успевает заметить Тапсона и ликвидировать его очень быстро. Тут же перетяжка идет на точку Б. И готов выходить в Леги вместе с Гобомби. Ну, Леги нужно занять плент. Вот что он чекает шорт. Легия вышел на Б, но он ничего не проверил. Нет, не готова позиция. Прыжок. Также Стико здесь легчайшие. Три минуса уже в этом раунде. 10-0. Нужно выходить, все же знают, что ты выходишь на Б, ты выходишь в сторону машины. То есть, если даже ты выпрыгиваешь в окно, то тебе нужно идти в сторону лавочки, чтобы проверить Фореста, первую опасную позицию, и потом уже чекать бэксайд. Кстати, только что у нас промелькнули коэффициенты на матч Na'Vi против Envious, и все ровно. 1-8, там 1-8. Ага. Ну, последнее Best of 3 противостояние Na'Vi выиграли у Envious. Не помню, правда, в рамках какого-то турнира это было, но была такая история. Как бы все дело не дошло до счета 16-0. В Нью-Йорке, по-моему. Команда Mousesports уже запоминалась нам таким счетом на карте Демираж против Natus Vincer. Ну, очередная попытка от BIG забрать себе первое очко за террористов. Вновь калаши, раскидки.
Нужны интересные комбинации. Мы не видели даже дефолтные раскидки на Тючкуа, на самом-то деле. Но были некоторые там моменты, когда они раскидывали, но полные раскидки, скажем так, со смоками молотовыми. Возможно, и не было смог на старт. Как всегда, тут Крис Джей через окно будет работать. И он, кстати, работает именно таким образом, чтобы, если что, заблочить смог в его позицию. Но его пока что не было от команды BIG. Кстати, где смог с респа на окно, например, чтобы занять нормально мидл? Не знаю, какой смог. Не умеет. Всякое бывает. Там опять поджали яму Моуспортс. BIG опять... Вот я не могу понять вот этого долгого стояния в медле. То есть они все время ждут агрессии. Вот видишь, вот Губиди стоит с Кивом. Вот они очень часто так стоят, и просто 30-40 секунд проходит, ничего, никакого экшена. Я понимаю, что там, возможно, они ждут андерпас, но слишком много времени в раунде команда BIG, как по мне, бездействует. И по факту, то есть какая сейчас свободная зона у BIG? Никакой. Ни одной. А Пелос? Ну, это вот они заняли позицию. Это А Пелос. Все. Здесь Б-дом, но это как бы тут есть позиция, нет позиции. Там все равно она контролируется. Они это сами прекрасно понимают. Вот только сейчас выход на мидл. Ранбуст и Кив замер. Это было четко. Но дело в том, что команда Bowsports даже не пытается где-то вот выходить, искать свои фраги. Ну, сейчас найдет их Крис Джей. Возможно, получится. Да, Крис замечает Кива, пока что прощает Стико. Перестрелка с Легией. Тот очень красный, тут это и Стико. 5 хп нужно отходить, но еще и Крис Джей забрать все-таки комнаты. Крис, какие флики против Кива. 5-3 ситуации, и Санни встречает уже выход с ямы. Вернее, с андерграунда, простите. Санни здесь уже... Ключ к победе, наверное. Оскар забирает Текса. Последний Тапсен. Будет попытка выхода на этот клатч, но времени слишком уж мало. Воу! Хэдшот неплохой против Оскара. Робс уже не отпускает его с этого коннектора. И 11-й раунд уже для команды Mouseforce на табло. Ну, Крис Джей однозначно очень красивые минусы с АВП на зиге. Да. В оверпассе тоже он там дал жестко пару раз Савика. 11-0. Грусть, печаль, конечно. Тоска. Тоска. Команда BIG. И вот она попытка выхода, наверное, под раскидку на точку А. Тут, кстати, Оскар решил взять быка за рога. Но если можно быком назвать команду BIG в этой ситуации, при таком счете. 3D Glab, это 150 и также CZ. Это набор оружия для команды BIG на этом выходе. И тут... Интересно, как сыграет Оскар, в первую очередь, потому что у него такая позиция, он должен убить, отойти. Да, временно. Ему будет хелпать Робс, но здесь, на самом деле, это звено уязвимо, если кучкой вывалится BIG и просто удачно сыграет на размен. Гобби прочекал, выстрел от Оскара, начинается выход, спровоцировал этот мув от Оскара. Так, потушится молотов, начинается, продолжается выход на точку А. Оскар не пропускает все-таки Гобби, тут все закрыто на самом-то деле. Ну, во всяком случае, Оскар поработал, но тут потеряли Робса. Ситуация на хэдшоте. Отлетает также Санни. Только одного с собой забирает. Ситуация 2 в 2 вновь. Это какой-то дежавю просто. У нас уже были такие. Выход от Стико через джангл. Ну и же в коннекторе. Игрок команды Mouseforce. И Крис Джей простреливает Тапс на 11 хп. Он не будет уже отпускать вместе Стико последнюю жертву здесь. И это Легия слишком уж открыто действует против Стико. Будет дефуз бомбы 12-0. Ну, хорошая попытка. Действительно неплохо все это смотрелось. И довольно остро разменом сняли Робса и Оскара. Получили ситуацию 3 в 3, но там действительно в ретейке тяжело устоять, нет арморов, нет откида никакого. Ты плюс видишь, еще один смог потратили на молотов. Да. Возможно, да, ему возможно, было какое-то где-то... применение дальше. Видишь, да. Что-то именно, возможно, его не хватило где-то на какую-то позицию команде BIG. А как не тратить этот смог, если у вас при раскидке просто летит молотов под ноги, а вам нужно как-то выйти с ямы? Да, тем более мы видели, что Оскар спровоцировал именно этот выход команды. То есть Гобби прочекал, да, увидел, и после этого был выстрел, и, соответственно, все поняли. Тайминги. Оскар забирает Кива, который только что снялся с зума. Еще и Легия там проседает, 35 хп у серба, ну и вновь неприятные новости для команды BIG в самом начале этого раунда. Энтрифраг для Mouseports. Три игрока стоит на один медле, один на Б у мышек. Такое вот расположение. Ну а BIG выходят в мидл. Два из андерпасса, два через верхний мид. Будут пытаться контролировать центр карты. Ну, тут, наверное, будут думать также над бустом, чтобы подсадить в окно кого-то. Флешечка от Тапсена. Кстати, под эту флешку занимает Ladder Room. Гобби. И здесь уже есть неплохая платформа для атаки. Возможно, это будет выход на точку Б. Но слишком уж закрыто Mouseports. Они чувствуют то, что противники могут просочиться куда-либо. Да. Но, с другой стороны, закрытый дефенс помочь
в силах вполне в команде Мэл Спортс. Оу, Тапсенс со снайперской винтовки снимает 3 Джея. И уже ситуация накаляется. 4 в 4. 35 секунд до конца этого раунда. Тапсен готов действовать против Зига. А именно выход на Б. Но при этом посмотри, какие поджимы. Вот у Оскара он уже готов встречать Легию или же отходить обратно. Сани тоже возвращается. Ну, тут нужно поспешить уже. Конечное решение от команды BIG. Сани забирает Тапсена. Бомба показывается на Зиге. Тут Оскар будет работать сугубо против Легии. И тот начальник неплохо сработал. Но Оскар прыгает вниз против еще одного соперника. Сани забирает Некса. Губин держит ответ. Ситуация вновь 2 в 2. Но при этом 7 секунд до конца этого раунда. Гол! Нужно донести бомбу. Не получается. Все-таки времени уже у Легии не будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Погибает еще после времени. Но если бы Оскар при этом десанте еще и забрал бы Зиг, тогда бы ему не повезло, ты видел, он фокусил все время Б-дом, там в какую-то долю секунды он снимается смотреть шорт, и тут выходит Б-дом. Ну, то есть там такое, ну... Ничего не получается у команды BIG, вроде как вот ребята пытаются раскидывать там точку... Так и вроде как два ситуации, да. И это четвертая или пятая даже ситуация, 2 в 2. Да. Но при этом чистые победы команды Мэл Спортс пока что неплохо тут нашивает топи своего противника. Но Оскар приходит уже как старший брат разбираться с противником. Сани против Кива тоже сработал. Оскар дальше Некса ликвидировал. 2-4. Это попытка от Легии вместе с Тапсен. Тапсен 2 минуса все-таки против Сани. Сани дальше не прошел. И остается только один Легия. СЗ-шка, но и тут уже Крис Джей его намерен не отпустить в коннектор. То особо к бомбе не пройти. Ну и Стико тоже поджимал все это время. Метро. Ну что, у нас... ладно, не буду об этом говорить. Давайте сейчас посмотрим последний раунд. Ну тут просто игра по парам. Вообще тимплей от команды Мэл Спортс. Видишь, вот тот же Оскар, который не дает в обиду своих опорников. Да. Там Оскар очень круто сыграл и не дал все-таки Гобу убить Робса за сигаретой. Ну а потом уже понятно, что команда BIG развалилась. Последний раунд первой половины. Возможно, это 15-0. Под минимальную раскидку выходит на точку, а Робс на фаербоксе не справляется. Здесь есть Сани с калашом. Его еще нужно прочекать. Оскар уже работает на хилбе. Сани, как же было важно здесь жить. Нет смока на джангл. Это есть проблема. Здесь Оскар может просто как орешки клацать, но только один орешек. Минус. 2 в 3 ситуации, и, возможно, Бейджи все-таки возьмут один раунд. Да, наконец-то большинство. И все-таки отлетает на Стико при попытке выхода через тикетбокс. Но как же работает, как же потеет Тапсен в этом раунде. И вообще по этой игре можно сказать, что он делал очень важные минусы для твоей команды, но команда не поддерживала. Да, РИП 16-0. Да. Легенды мажора, кто-то пишет Капу в чат. Ну, легенды мажора, друзья, это же не первый чемпионат, где они так играют. Мы смотрели с Сашей регулярно матчи на ESL Pro League. Там, ну, если не такое, то плюс-минус такое да. же было. Напомню вам, друзья, что GGBet — это коэффициенты, на которые хочется ставить. И это точно. Интересно, какой коэффициент сейчас у команды BIG? На победу? Да. 28. Вот, на камбэк вообще. 28. Мы срочно ставим 1 евро на BIG. На ну, тут уже... Ну, что, 1 евро поставил, 28 выиграл. Если все. Не жаль, конечно же, евро, all-in. Возможно, да. Ну, вообще, all-in в никуда, честно говоря. Тут, конечно, без шансов. Без шансов. Мауза просто не проиграет эту карту. Все, как бы тут... Мауза, конечно, отдали недавно камбэк NVS, мы с тобой смотрели, да? На ESL Pro League, по-моему. 4-14 был 4-14, счет. Да, там жесть вообще. Ну, это жесть. Была карта на трейне, да. Помню, помню. И самое главное то, что Мау Спортс должны об этом помнить. И не допускать больше таких ошибок. Атака от мышек. Раскидка у Криджея в руках. 4 армора от остальных ребят. Без дефузов команда BIG, то есть они будут делать уклон только на свою стрельбу. Ну или просто на Тапсена, который в соло может тащить такие раунды. Так, Кив не справляется пока. И сейчас будут его загонять. И Мэл Спортс. Но здесь Гобби попадает в USP. Гобби по второму залетело жестко. По третьему. Ой, как же круто действует у нас капитан команды Мэл Спортс. Камбэк. BIG, простите, и Мэл Спортс. Тут в итоге оставили только одного своего бойца. Это Робс. Выход будет через смог, разминулся с Гобом Би, и тот его забрал. Минус 4 от Гоба, и он сейчас уничтожил абсолютно всех противников, которых увидел. Но там такой жесткий хедшот был второй.
Да. В первую очередь, там, ладно, там залетело первому, но да. потом там прыгал еще один игрок команды Моуспорс и что-то незаконное. Парашютист выхватил. Ну, некогда вообще, это пистолетный мастер. Вообще в 1.6 Counter-Strike, там Гобби очень много подобных раундов тащил вообще. Вот для меня, вот если говорить о пистолете USPS и вот немецком Counter-Strike, то это, наверное, Гобби. Вспоминался первый. Легия! Прострел, но все-таки это хэдшот против Оскара. Первый фраг для команды PIG. Стико тут же подбирает этот скаут. Надолго здесь Стико не хватило против соперника. А именно против Тапсона размен получен. Пока что он в пользу команды, которая играет в защите. Но при этом Сани вышел уже через яму. Выход против Тапсона. Тут перезаряжается через коннектор. Здесь пытался действовать игрок защиты. И только сейчас Лекс срывается. Тоже отлетает от Робса. Какой провал кричащей команды PIG. Знаешь, вот сколько раз мы уже с тобой видели, когда вроде так, все, сейчас камбэк, и потом проигрывается экономический раунд. Пока нет. Пока все еще Гобби есть в игре. Он делает минус по Крис Джей, Роб, Санни. Тут тоже у нас уходят в длительный загул, потому что Роб с бомбы убегает на Б, а Санни остается на А плейнке. Интересно, вот как сейчас Моуспортс видит расположение команды BG. Ой, Киев, выход с фита, Санни все-таки отлетает. Ну, Робс тут поставит бомбу однозначно. Слишком далеко находится первый тут соперник к нему. Ближайший, вернее. Ну, дальше как? Из Дигл. В апартаменты пойдет? Да. Ну да, он бомбу, кстати, под себя поставил, в принципе. Неужели это будут прострелы? Скорее всего, да. Или нет? Не ну, точно. Бомба вроде как не так поставлена, чтобы простреливать с дома. Ну, выход тут... Щипчиков, кстати, Кива, нет. Да, ну, этим может воспользоваться игрок команды Моуспортс. Робс уже начинает свое движение. Тут прилетел смог. И очень мало шансов на попадание. Все-таки Тантим снимается с дефуза этого. Все-таки будет пушить противника, этого у него получается. Ну, успевает, да, все правильно. Хотя, в принципе, еще был Молотов, который можно было откинуть в Б-дом спокойно. Ну, берут третий раунд BAG. У Гобби главное, что хорошее настроение. Вот это главное. Да и Киев постоянно так на позитиве. Да? Вообще вот, было бы... Да, вот жестко, если бы сейчас Робс поставил эту бомбу под прострел с дома. Ну, это была бы очень коварная жестко. Позиция. И, ну, а почему бы и нет? Ты красный, у тебя дигл, бомба поставлена, вроде как деньги заработаны, и ты можешь еще нереальный хайлайт выдать. Да. Шоу, скажем так, для шоу, точно. Наших зрителей. Тапсон вместе с Легией встречает Оскара на миде. Там Стику дальше не пошел, слишком уж много хп потерял после этого контакта. Санни, выход вновь с диглом на точку А против Некса. Ну и Легия тут уже вместе с Тапсоном получает флешку. Ой, какие проблемы у команды PIG даже в этом раунде. Могут еще поставить у нас бомбу, Моуспорс, но все-таки Тапсон забирает противника. Дальше выход от Гобби на тикетбокс. Здесь фраг против Робса. Санни с трофейной юмпеш забирает еще один минус. Потом дигл против Легии. 2 в 2 вновь. Лол. Опять эко и опять огромная проблема у команды BAG. Так, там в коннекторе играет Стико. И вот, наверное, он, скорее всего, либо первый упадет, либо первый сделает минус. Ситуация очень похожа с предыдущим раундом, просто один в один. Тоже один джангл, один на апленте. Только тогда на апленте сделали фраг, и человек на А погиб. А вот сейчас Стико живет в коннекторе, и он тоже потом еще может второй волной зайти в спину. Mm-hmm. Смотри, так и будет, скорее всего. Сами да, ставят вот бомбу. Бомба ставится, и она ставится, скорее всего, под маркет. Возможно, это дефолт. Нет, это вообще бомба на зиге. Это даже хуже бомба. Да, Санни, дигл все-таки еще один будет. Господи, неужели получится Санни еще один хэдшот? Неужели это эйс в данном раунде? Гобби за плентом пытается работать, но Стико уже заходит в минус. Санни, выход от него. Как же день дергает своего противника. И Санни все-таки отлетает. Один на один ситуация. 22 хп у Стико, 8 у Гобби. Это попытка просто дефуза смог. Стико доставает нож или просто через дигл забирает противника. 15-3. Сейчас. Я хочу посмотреть, были ли деньги на щипчики. Ай, сейчас не успеем, наверное. Ну, сейчас да, у нас повторы, эти замечательные хэдшоты. Посмотри, вот ЮМПшка, Санни забирает противника, потом переключается обратно на дигл, минус по Легии. Санни здесь, конечно, просто забожил. Соло забрал этот раунд? Да. Соло забрал этот раунд. Так, 2300. Подожди, за поражение он получил 1400. То есть у него было, оставалось $900 в прошлом раунде, и он не купил щитчик. Вероятно. А, подожди, у него еще и смок, и флешка, я не посчитал. Да, да, тут еще гранаты, то есть не все так прозаично, возможно, в этой математике. Да. Есть интересный девайс, а именно Nova. У Киева Максим, Гобби, Фамос Тапсон, CZ75 от Nexa, Легию уже потеряли. При этом, конечно, по девайсам у команды Моуспортс нереальный перевес. Ну и по уверенности тоже, потому что они очень близки к тому, чтобы закрыть со счетом 2-0 эту встречу. Роб забирает все-таки Тапсона на дефолте.
Nex не имеет шансов для размена. Рубс уже просто ушел в ковры обратно. И тут же выходит уже на контроль мида. Моуспорс, там два бойца. Оскар вместе с Крис Джейм и... Нет, это просто перетяжка. То есть даже на мидл не стали ребят выходить. Саня тоже перетягиваться к ним. Это будет выход на точку А. И здесь, в принципе, BIG могут угадать, если останутся в большинстве на этой позиции. Ну, что здесь Гобби сделать с дробовиком и без армора? Ничего. Очень тяжело здесь будет, конечно, BIG взять этот раунд. Моуспорт действует максимально аккуратно. На сэндвиче Сани. Крис Джей врубает Гобби. Сани также минус по Нексу. Последний киф, он находится на тикетбоксе, и, вероятно, это 16-й раунд для Моуспортс. Так и есть, поздравляем ребят с выходом в плей-офф. И дальнейший матчап у них предстоит против команды Гамбит. 2-0, отличная, уверенная игра. Карта The Mirage и карта The Overpass. Моуспортс справедливо оказались сильнее. Расстроен Гобби. Понятно, что они ожидали большего от своей игры против команды Моуспортс. Ну, что поделаешь, все-таки победа сильнейших в этом Best of 3, а именно команды, которые вы видите на своих экранах. И у нас будет интервью с победителем совсем скоро.